Обсудили все, от проблем воспитания будущего поколения до современного театрального движения. За круглым столом в Театре юного зрителя собрались специалисты со всей страны. Саратовский ТЮЗ пригласил гостей на свой 100-летний юбилей. Сейчас в его стенах проходит форум-фестиваль «Век детства». Мы все на всем говорили, двор – страшная вещь, надо так всех уберечь, там вот двор, сейчас уберечь и сидеть. Все это фигня. Нормально? Растут дети, просто мне кажется, что реакция другая. О своем детище театре со столетней историей художественный руководитель Юрий Ашеров готов говорить бесконечно. К юбилею в фойе появились новые экспонаты, декорации к спектаклям, архивные фотографии и документы. С этой каруселью работал в свое время. Я. Сколько лет этой карусели? Лет 15, наверное. Сейчас спектакль уже списан, а как память осталась, вот реквизит знаменитого аленького цветочка, вот этот самый сундук, в котором отец привез сестрицам, дочерям своим подарки. Открыли здесь и новую выставку театрального костюма. Шекспир, Островский и даже маленькая Баба-Яга. Здесь все уживаются на одной сцене. Спектакли уже не ставят, а герои, точнее их образы, остались жить. Спектакль списывается, а шикарные костюмы остаются. И очень хочется, чтобы это не лежало в запасниках, а чтобы люди приходили и смотрели на ту красоту, которую вот создают в наших цехах. Празднование столетия ТЮЗа только началось. В рамках мероприятий в Саратове ждут известных артистов, чья судьба непосредственно связана с нашим театром. А новый сезон обещает быть богатым на премьеры. Екатерина Сулейманова, Роман Шельдяев, Саратов, 24.